у них, у детишек не такие возможности, как в Минске, а мы вузы минскими заполонили. И студенты, как только заварушка какая, они в первых рядах. Ну, конечно, потому что они не от земли, они не видели этой жизни нормальной. Поэтому будем закреплять вас на селе, пусть они на земле работают. Будут здоровыми, будут на месте, может быть, даже и под присмотром. Кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Поэтому не теряйте землю, надо возвращаться. Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь с носа. Ну, за пятилетку страна будет другой. Если воспользуемся вот этим моментом, когда продукты питания у нас подорожали. Да, здесь не сладко, здесь всегда трудно. Ну, а люди сами будут выбирать. Поэтому будем закреплять вас на селе. Но и желательно, чтобы вы душой были с этой землей.